И всем привет, с вами Каиса, и я заканчиваю проходить Crash Bandicoot 3 американскую версию. Мы собрали 145 гем, 105%, все реликты, и идем еще раз, третий раз, замочим Кортекса. Ну, чтобы завершить как-то вот игру на финальных, титрах. Crystals and all of the gems to me. Ultimate power is mine. The world as we know it is about to end. Так, давайте. Давай, Кортекс, стреляй в меня. Ты уже спрятаться хотел, гад? А ну прыгай туда, в яму. Чтобы его одолеть с первого раза, блин. А ну в яму прыгай. Так, и третий раз остался, последний. Все, с первого раза одолел Кортекса. И все, смотрим победный финальный ролик еще раз. Time Twister machine could not hold itself together. We were lucky to escape. Give me the mask! With it I shall take over the world! Come on! It is difficult to say what has happened to our enemies, but I doubt we will see them for a long time. Ну и вот мы закончили прохождение игры Crash Bandicoot 3 американского региона. И на этом я закончил прохождение не только этой игры, а всей трилогии американского региона. Да, трилогии Crash Bandicoot. И, скорее всего, я еще когда-нибудь... Может быть, даже на канал я пройду и европейский регион, может, даже японский, кто знает. Но вот насчет платин, вот в третьем Бандикуте, насчет тайм-триала, они отличаются по регионам. Вот европейское, в европейском регионе, как я уже говорил, в уровнях Hot Coco и EG Plus Rex, я обязательно эти уровни запишу, вот как там вот время. Там на платину нужно очень сильно постараться сыграть. Вот, я думаю,
Я думаю, что я не только, может быть, эти уровни запишу, но, скорее всего, если буду записывать на платину, на забеге, мне нужно будет сосредоточиться. Да, я не знаю, как я это записал, комментируя. И записал как-то. Хоть и пришлось тоже помучиться, но не так, как я ожидал, что я буду мучиться. Вот. И я еще попробую на другом эмуляторе сыграть. Может быть, он тот эмулятор ближе как-то, ну, к самой консоли Sony PlayStation. И может быть, время будет ближе к реальному, как было на консоли. Ну, в общем, что я еще хотел сказать? В общем, игра шедевральная. Да что там говорить, вся трилогия, она шедевральная. Я успел уже одним глазком, правда, ну, World of Cortex, ну, который еще называют Crash Bandicoot 4, который выходил на PlayStation 2, Nintendo GameCube и еще на какие-то консоли, не помню. А, на Xbox еще. Ну так вот, по ощущениям, там уже игра, естественно, от другого разработчика, не от Naughty Dog, и игра как-то потеряла, как-то вот мне показалось, я не знаю, конечно, я, как у меня появится возможность, я ее пройду обязательно, World of Cortex, но мне кажется, что до трилогии ей не сравнится, ей с трилогией, вот как было. Мне кажется, там из-за нового движка, там, из-за медленного, там, как-то игра стала по-другому выглядеть совсем. Ну ладно, в общем, я высказал свою точку зрения на этот счет. Ну, у вас может быть своя точка зрения. Я никого не заставляю, не принуждаю. Ну, в общем, ладно. В общем, я благодарю вас всех за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи и увидимся в каких-нибудь следующих видео. Пока-пока. Ну да, еще раз сохраниться. Замечательная идея. Да, это эмулятор PCX 1.13, запомните этот эмулятор и запомните эту американскую версию. И не играйте никогда в нее на этом эмуляторе. Он глючит вот это вот меню сохранения долбанное. Так что я и думаю попробовать потом в следующих прохождениях другой эмулятор, Ксебра, который был сделан японцами, и он как-то, мне кажется, более реальный. Более ближе к Sony PlayStation. Ну ладно. Всем удачи. Как я уже сказал. И до свидания, мои дорогие зрители.